Медитация 12. Цепная реакция. Все случается одновременно. Когда у вас меньше чувства вины, вы тут же становитесь счастливее. Когда вы становитесь счастливее, становится меньше борьбы и больше гармонии. Сразу же. Когда вы более целостны, более гармоничны, вдруг вас окружает определенное количество блаженства. Все это происходит как цепная реакция. Одно ведет к другому, другое к третьему, и процесс продолжается. Очень важно, чтобы чувство вины стало меньше. Все человечество было принуждено чувствовать себя виноватым. Многовековая обусловленность, приказы и запреты, принуждения. Людям говорили, что если они делают нечто, осуждаемое обществом или церковью, то становятся грешниками. Если они делают нечто, ценимое обществом и церковью, то становятся святыми. Так каждый был принужден делать, что хочет общество, и не делать, чего общество не хочет. Никто не заботился о том, что подходит самому человеку. Никто не заботился об индивидуальности. Двигайтесь в новый свет, в новое сознание, туда, где вы сможете освободиться от чувства вины, тогда станет возможным многое другое.